Да, конечно. Ага. Потому что голос у меня громкий. Я, знаете, Максимаева Сергеевна Рахмановна. Вообще, я не записывалась, но я болельщик этого. Значит, я даже была в Астане, раньше прилетела. Я врач-педиатр, заслуженный врач Республики Казахстан, почетный гражданин этого города. 17 лет была главным врачом детской городской больницы, вот которая возле Березки. С 2004 года вот этот вопрос у нас застрял. Переводили мы каждый год, жили мы хорошо. Мы были впереди планеты всей в здравоохранении. Вчера вы посмотрели, что в Сенате делается с нашим здравоохранением. Вот этот вопрос у нас в области застрял. И вы знаете, мы все считаем только потому, что этого не хотят здесь вот у нас. Ну почему Кызылорда может, Актюбинск может, а мы не можем? Я писала в газете, 7:30, кто-то бы из администрации поехал в колесные ряды, где бредут дети в темноте. Был снимок в газете. Я об этом все время пишу. У меня в Инстаграме есть, чем это чревато. Что очень рано встают дети, это нервы, это все болезни, это все вот эти привычки. Но мы этого никак не понимаем. Сегодня высокая детская смертность, сегодня высокая заболеваемость. Это может быть тоже связано с этим. Я пыталась много раз об этом сказать. Значит, Архимед Мухамбетов сначала был хорошим акимом, как-то с чем-то соглашался, а потом он не стал соглашаться. И все вот люди сидящие считают, что потому что этого не хочет сегодняшняя наша власть. Я что хочу сказать? У меня есть одно мнение по текущему дню, по текущим делам нашего бытия. Такаев хочет, много хочет. Такаев много хочет. Спасибо ему, я его уважаю. Среднее звено молчит. А вот здесь власть местная, вы знаете, забронзовели. Вот это мы никогда не преодолеем. И я очень волнуюсь, спасибо Азамату, Ведлер, вот, что они за это борются. Я как врач-педиатр, неравнодушный человек. Я не знаю, как взрослые, пусть они от вредных привычек откажутся, тогда время им будет нужно. Я за детей. Третья часть населения нашей страны – это дети. Сегодня посмотрите, в каком состоянии находятся наши дети. Сегодня они плохо учатся, сегодня они плохо едят, сегодня они в таком плачевном состоянии. Я уже не работаю 22 года, я на пенсии. Как говорится, падать так с коня ушла сразу по возрасту, устала. Но я каждый день занимаюсь этими проблемами. Вы знаете, сколько больных детей? Вы себе не представляете, что сейчас делается. Неврозы. Да, вот это неврозы. Почему стало много детей с аутизмом? Я 30 лет назад как педиатр не знала этого. Почему это все? Все неврологические наслоения. Говорят, там их вылечивают. Если уже попал, то уже не вылечивают. Поэтому я просто прошу. Я думаю, что Аксакалов, наш местный, я когда-то Архимеду говорила, у нас был местный аким с московским образованием, Прасадвакасова, но окружение подвело. Аксакалов наш местный, мы его прекрасно знаем, и родители, и его, и все. Поэтому мы надеемся, что у него душа будет болеть за Кустанайскую область, и он не забронзовеет. Вот, поэтому я хочу обратиться к руководителю аппарата. Мы очень понятливые люди, и нам не надо без конца говорить, что вот это мы вас собрали. Почему 10-15 человек? Мы можем тут собраться тысячи. Да уже мне не надо микрофон, я уже договорила. Поэтому я думаю, что нам надо, чтобы наше время перевели. Вот, и я хочу попросить руководителя аппарата, попросить Аксакалова утром 7:30 выехать на окраины города, где придут, посмотрите, они поднимаются по этим вот скалам пешком. Пусть они на машине туда проедут. Вы знаете, вы меня извините за мою такую резкую речь. Если бы я в это все сегодня не высказала, я бы заболела. Рахмет.